Это событие не предваряют громкие анонсы и шумная рекламная кампания, но зато оно в графике многих успешных людей нашего города. Вот уже шестой раз в первые дни весны фонд «Родная» собирает гостей и известных людей нашего города ради помощи тяжело больным детям. В программе вечера творческие выступления от известных предпринимателей, чиновников, артистов и политиков. У нас есть одна изюминка, которая заключается в том, что мы говорим, что мы можем вообще сделать для того, чтобы помочь детям. Мы можем многое. Мы можем собирать деньги, мы можем участвовать в каких-то акциях, а еще мы можем, преодолев себя, выступить в каком-то ином качестве. И вот, вот этот посыл, как всегда делают наши известные люди нашего города, которые выходят на сцену, для многих это очень сложно, но они говорят тем самым, что если это каким-то образом может помочь детям, то мы готовы. Прежде всего мы спрашивали, что вы можете, что вы хотите, что любите. Но когда звучит ответ, я ничего не умею делать, но готов вот ради детей там как-то вложиться, выйти на сцену, преодолеть свои все страхи, то тогда мы предлагали. И, в общем, получается. У нас, в частности, идет показ моделей, и не манекенщицы участвуют, а VIP-персоны. Они этим самым дают знать, что они во имя здоровья и благополучия детей могут себя и вот так проявить. Баскову Наталью Александровну я знаю уже достаточно давно. В принципе, ну, как бы мы с ней и сошлись, но на почве того, что наши позиции вот такие вот гражданские совпадают. То есть она создала этот фонд, вообще, я считаю, великий человек. Она вот все равно находит людей, то есть вот эти вот мостики перекидывает между тем, кто может помощь какую-то оказать, и тем, кто в этой помощи нуждается. Привыкайте добро замечать и ценить то, что в жизни дается. И за счастьем бежать не придется. Будет счастье за вами бежать. Вам судьба улыбнется, и весна в вашу душу вернется. Привыкайте счастливыми быть. Когда случается такая трагедия в семье, понятно, да, что хочется дать и надежду родителям, и какие-то, может быть, шансы, и сделать все, что вот нас в этот момент, вот все, что мы можем дать. Мы стараемся от сердца, от всего. Даже можем спеть, хотя петь, конечно же, мы, как и большинство, не умеем. Но стараемся. А ты расскажешь мне. О чем? О том, что мы во сне вдвоем. И снится небу снег, снег зима с облаками. Мечты твои чистые, я знаю. Такое благое дело, как заботиться о здоровье и помогать тяжелобольным, это превыше всего. Поэтому я считаю, что это тот небольшой вклад, который мы можем сделать, это посетить этот вечер и хоть чуть-чуть поучаствовать в этом благом деле. Кульминацией события стал благотворительный аукцион. В числе лотов боксерские перчатки с автографом знаменитого спортсмена Кости Дзю. В этот вечер собирали средства на реабилитацию годовалой Элины Прилепко, операцию шестилетнего Вани Ионкина и покупку специальной коляски для девятилетней Вероники Шевляковой. И хоть вопросы решить удалось лишь частично, работа фонда на этом не заканчивается.